Никто и не заметил, как исчезли старые сказки. Не без малого! 1000 лет! Да пошел ты, горец! Их заменили новые истории. Ну, где ж твои покемоны? Добрые герои. Слышь, командир, помоги слакача завести. Стали обыкновенными людьми. Жалко, что вы из сказки ушли. Вы нас ведь перестали, вот и все. Тяжело, когда в тебя не верят. Да? И только сказочное зло по-прежнему бессмертно. Мам, я не помню, смерть Кощея где? Я же бессмертный. А как убить меня? Никто не помнит. Все страницы вырваны. Только волноваться не надо. Пугаешь, братец, способ есть. Сломаешь твой клуб. Ну что, девочка? У тебя сестра пропала. Опять слухи пойдут, скажут инопланетяне. Олеську украл Кощей. Сволочь ты. Не без этого. Это его сестра, его мир. Если я убью Кощея, то спасу Олеську. Ты и девочку не спасешь, и себя погубишь. Дурак, он и есть дурак. Что теперь делать? Знаешь, что сейчас начнется? Да блин! Я просто так не уйду. Ему остался один шаг. Ну, дурак, ты меня достал. Реальная сказка от Сергея Безрукова. Моя сказка еще не кончилась. Значит, еще не конец. В кино с 3 ноября.